люди, вы мне пишете, вы мне сочувствуете, звоните, рассказывайте свои истории. Ну, нужно не молчать, не только мне об этом говорить. Нужно снимать свои видео, выкладывать это в интернет, в YouTube. Как можно больше об этом кричать, говорить. Это бесполезно, что это останется в моих сообщениях ВКонтакте. Вы понимаете, нужно сплотиться. Нужно об этом, чем больше мы будем об этом говорить, обо всем, нас тогда более вероятнее того, что нас услышат. Нужно помогать друг другу, как можно больше информации собирать о врачах. Ведь если мы этого не сделаем, ведь дети также и будут страдать. Случаи так дальше и будут продолжаться. Вы понимаете, что вот то, что это остается при вас, вы со мной поговорили в сообщениях, рассказали свою историю, там оно все и осталось. Это нужно об этом кричать, нужно об этом говорить. Поймите это, нужно это снять. Нужно писать посты, нужно просто распространять по максимуму эту информацию. Тогда, только тогда мы будем услышаны. Только тогда что-то где-то, какой-то толчок произойдет. Просто давайте, люди, не сидите, вставайте, что-то начинайте делать.